течение недели возобновится работа комиссии по делимитации и демаркации совместной с Таджикистаном границы. Последние два месяца комиссия не работала, сказал Ташиев. Отмечается, что рабочая встреча Етимова и Ташиева длилась почти два часа. По итогам не был подписан никакой протокол. По результатам было принято решение, что комиссия будет работать интенсивно и постоянно на основе законов и интересов двух государств. Также стороны договорились, что через 8 дней начнут работать паритетные комиссии по топографическим и правовым вопросам. Этот процесс будет вестись непрерывно для решения всех вопросов делимитации и демаркации границы. В ближайшее время состоится еще одно совещание, на котором обсудят работу комиссии. Напомним, в субботу, 29 января на пункте пропуска Кызыл-Бел-Автодорожный в Баткенском районе прошла встреча делегаций двух государств. Очередной вооруженный конфликт на границе соседних стран в районе села Хаджай-Айло разгорелся вечером 27 января. По версии КОНП Таджикистана, группа Кыргызстан СЭЕФ остановила машину Таджикистан СЭА, который вез песок в поселок Саманьон из Фаринского района. После этого с обеих сторон границы столпились местные жители. Началось все с забрасывания камнями, а позже конфликт перерос в вооруженный. Подпишитесь, поставьте лайк и комментарий, не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр.